Вот такие наши замечательные позиции, подготовленные по мнению нашего командования. Мы тут должны, блядь, жить, нахуй. Не тонуть. 10 января 2023 года. 392-й мотострелковый полк, 3-й батальон, 10-я рота. Изначально наше командование предлагало нам переехать на готовые позиции. На минуточку, сейчас на улице мороз, минус 20. Нам предлагают жить вот здесь, во льду. Вот. При этом наше начальство нас шантажирует, не дает возможности в медобслуживании, в обеспечении, пока мы не переедем на данные позиции. Данное видеообращение мы предлагаем рассмотреть военной прокуратуре, ФСБ, вот, лично Владимиру Владимировичу Путину. Считаем, что данные действия командования подрывают боеспособность нашей армии. Минус 20 мороз. Ребята здесь просто померзнут, заболеют. С кем? Кто будет воевать вообще? Мы не успеем даже повоевать ни с кем. Изначально, когда мы сюда приехали в зону СВО, нам говорили о том, что мы переедем на оборудованные позиции, и вот как они оборудованы. Командование сообщает о том, что средства закончились. Более того, они не стесняются в выражениях, в лоб нам говорят о том, что деньги просто своровали. И сейчас от нас требуют переехать сюда. На минуточку, изначально мы оборудовали все сами в другой лесополосе. Мы покупали все на свои деньги. Буржуйки, крыши делали, копали все сами, лопаты, все свое. Ничего нам не было предоставлено. Периодически происходит сбой с водой, с обеспечением. Командование не стесняется в выражениях, просто нас шантажирует. Мы просим придать огласке, чтобы обратила внимание общественность, СМИ. Ну и, соответственно, соответствующие силовые структуры. Ребят, здесь просто наша рота и поляжет, не успев встретиться с врагом.